Сереж, ну расскажи, как ты себя чувствуешь 5 ноября в Ялте? Шикарно. Я живу той жизнью, о которой мечтал когда-то в детстве. Не мог себе объяснить, как это будет выглядеть. Сейчас реально это происходит, я вижу, как я хотел жить. Приехал себе в Ялту без срока и живу. Семья рядышком, все. Делаем ремонт в своей квартире. Все шикарно, все замечательно. Я вас настойчиво призываю, ну именно тех, у кого есть желание что-то в жизни поменять, давайте делать это вместе. Я расскажу, как всего в жизни можно добиться. И это не вопрос денег, это вопрос ваших желаний. Все вот здесь находится. Ключик в вашей голове. Как открыть эту дверь, я вам могу реально помочь. Знаю секрет. 100%. Давайте делать это вместе. Пока.